Прекрасный спектакль. Прекрасный спектакль. Редко, да, представляешь. Да. Требуется высокое мастерство, конечно, чтобы такой сложный рассказ был. А как вы думаете, за счет чего вот он хорошо смотрелся? Что в нем было такое необычное? Во-первых, камерный зал, вот эта атмосфера. Потом очень хороший актер нам понравился. Он так прочувствовал эту роль. А что было в его игре нового? Вы, наверное, уже видели спектакли по этому сюжету? Вот нет, что-то... поэтому нет. Нет? Нет. А что было особенного в его игре? Каким у него главный герой представлен? Ну, вообще, мне кажется, очень сложно играть такой лаконичный рассказ. И, наверное, все возможные средства, это и фортепиано, и дополнительные эффекты он старался исполнить. Но вообще, вот, очень непросто в течение более чем часа вести вот этот вот монолог от лица главного героя. А вы видели реакцию других зрителей? Какой она была? Я думаю, что многим понравилось. То есть, знаете, притихший зал, сосредоточенный, очень внимательный. Я думаю, что да. Большой успех. Спасибо вам огромное. Спасибо, если вы можете выразить тому, кто исполнял роль. Да. До свидания. Спасибо.